Я рад, что в этот день у нас в зале немало друзей России, и рад, что благодаря нашим замечательным музыкантам мы могли отдаться миру музыки. Юбилейный год Чайковского, реакцию зрителей мы все видели, наблюдали. Мне как послу уже в определенной степени повезло. Когда я приехал, началась «Золотая маска» в Эстонии. И вот сейчас еще одно нерядовое событие в нашей музыкальной жизни. Культура – великое дело, она объединяет народы, играет очень большую роль в сближении наших народов. И посольство, и я, разумеется, мы готовы всемирно поддерживать любые культурные начинания, которые однозначно идут на пользу нашим странам, в чем-то даже обгоняя сотрудничество в ряде наших других областей. Будем поддерживать и вместе радоваться и виртуозной игре музыкантов, приветствовать всех, кто приходит на эти концерты. Мы рады и будем стремиться поддерживать такие вечера и впредь. Ноября в Кадриорге замечательный концерт «Вечер новой оперы», посвященный Дню единения народов России и памяти 175-летию Петра Ильича Чайковского. Это юбилейный год, и для нас большая честь, что благодаря посольству России в Эстонии в Кадриорге состоялось такое замечательное событие. Я вообще очень люблю историю музыки, и как бы в чем
именно приятно погружаться в историю, все переплетено. И замки, и композиторы, и творчество Чайковского, оно в равной степени принадлежит и России, и Европе, и Эстонии. Потому что Петр Ильич отдыхал в Хапсулу, сохранял прекрасные воспоминания, написал пьесы «Воспоминания о Хапсуле» и пронес эти светлые воспоминания через свою жизнь. Нам очень приятно, тем более эстонская публика и русская публика, нам очень приятно, что сегодня присутствует и посольство, которое поддержало наш концерт. Смотрим с оптимизмом в будущее и благодарим за замечательный прием.